Добрый день всем. Смотрите, какое у нас небо красивое. Я тут лежу, позанималась уже. И лежу, отдыхаю, как и вчера. На море. Ой, на море. Ну да, типа море. У нас такое вот море. Ой. Солнышко светит. Смотрите, какая у нас панорама. Солнце светит прямо в глаз. Я позанималась, теперь лежу, отдыхаю. Есть мне не надо готовить, потому что все приготовлено на неделю еще вперед. Скукота. Хорошо, хоть заниматься можно. Но мне все каждый день больше лень, лень и лень. Хочется уже какого-то разнообразия, а его нет. Не люблю, когда солнце в глаза. Ку-ку. Ку-ку. Сейчас хочу пару видео посмотреть с прошлого года, майские, чтобы ориентироваться, какая одежда-то нужна. Я что-то совсем забыла. Хотя, знаете, хрен его знает, год на год не попадается. Вот. Чтобы заняться разборкой гардероба. Ты еще на меня такими глазами смотришь? Будто бы я не знаю, что делаю. Вот. И... будем надеяться, что в мае можно будет куда-то ходить, что-то делать. Правда, мне кажется, что все это будет происходить в масках и в перчатках. Не представляю, как это. Вчера, знаете, даже говорили, муж где-то слышал по телеку, по-моему, что маски будут... ну, вот как у нас лекарства, мы за... перечисляем... нам рецепты не выдают. У нас есть карточка такая медицинская, и вот врач сразу на карточку эти рецепты отсылает. Ты просто идешь в аптеку, и тебе дают эти лекарства, вот, за которые ты платишь там копейки. И вот маски включат в это вот тоже в социальное страхование, в общем. Правда, не знаю, как это будет выглядеть, потому что масок нет ни по карточке, ни без карточек. Я даже, хотя, когда я последний раз в аптеку ходила, недели две, наверное, назад. А сейчас, не знаю, может, и появились уже. Раньше, например, геля для вот этого геля синтезайтера не было. Вот, а сейчас он везде продается, как говорится, ешь не хочу на любую цену. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Подождите. Что-то с голосом у меня не то. Вот. И то есть губные помады можно не доставать в этом году. И не покупать. Они не будут использоваться спросом, потому что зачем? Все равно все в масках. Но дело не в этом. Пойду сейчас пару видео посмотрю, фоточки. Как мы одеваемся в мае. Вот не помню. Я помню, что в мае, в конце мая уже можно... и некоторые года купаться в море. И в этом году, мне кажется, это не, нет, нельзя будет. Не потому что море холодное, а потому что нас, наверное, не... может быть, и выпустят. Фиг его знает. Вообще, живешь сейчас одним днем, потому что не знаю. И вообще, знаете, у меня вот ассоциация вот с сегодняшней жизнью, что мы просто проводим вот это время впустую. Мне вот так кажется. Как будто смотришь, когда фильм, смотришь фильм, нажимаешь на стоп, даже не на паузу, а на стоп. И вот он, время это стоит фильм на стопе. А потом опять включаешь, и он опять продолжается. Видите, какой голосистый. Так и наша жизнь. Вот она шла до карантина. Сейчас у нас стоп, когда мы ничего не делаем. Мы, ну, некоторые там развиваются, учатся, да, как-то. Ну, мне кажется, вот моя жизнь проходит впустую, честное слово. Учиться я не хочу. Я ленивая на учебу, страсть. Что-то как-то, не знаю, развиваться. Как развиваться? Ну, не знаю, куда. Куда выше развиваться? Не знаю, не хочется ничего. Вот у меня стоп. Сейчас в моей жизни стоп. Потом опять возобновиться, когда нам разрешат выходить на улицу. И вот, но это уже будет совсем другая жизнь, совсем другое кино. И вот хочу посмотреть, что оставить в гардеробе. Потому что я уже третий раз его перекладываю и не пользуюсь тем, что делаю. Потому что я никуда ходить, никуда не выпускаю. Хотя прошло бы там 26-27 дней. Такое ощущение, что вечность. Что у меня в шею вступило. Так что вот.
посмотрю, посмеюсь над собой. Я вообще не люблю свои старые видео смотреть. Никакие, ни старые, ни новые. Ну, вот сейчас посмотрю. Пока с сестрой разговаривала, флан приготовила. Сейчас оставлю на паровую баню. А муж тут у меня сегодня шедевр приготовил. И, наверное, хамоном сверху накрыл, чтобы закрыть, что немного подгорело. Но он этот шедевр приготовил, знаете, из чего? Из капусты жареной. Помните, я жарила капусту с грибами. Там я их все соединила, капусту с грибами. А он даже не догадался, что это капуста. Он подумал, что это просто жареный лук. Ну, в общем, решил туда... А, и такой спрашивает. Угадай, что я приготовил? Ну, это он себе сам готовил. Я говорю, тортилью. Ну, омлет. Он, откуда ты знаешь? Я хуя, потому что здесь даже угадывать не надо. Все испанцы хорошо готовят тортилью. Поэтому вот так. Говорит, на завтра еды у нас есть. Ну-ну. Я, правда, еще достала рыбу размораживать. Пароварку тут готовлю. Так, воды туда надо налить. И вот такие дела. Я пойду сейчас шкаф разбирать. Что-то пить охота. Наверное, чаю сначала попью. Розовый фламинго. Дитя закат. Раньше пароварка готовила очень много. Это, кстати, подарок мужа, представляете, что он мне дарит? Пароварку. А сейчас во всех гаджетах есть и в мультиварке, и вот в этом роботе тоже есть пароварка огромная. Хотела даже ее, ну, не выбросить, а подарить. А потом, знаете, вот в этом агрегате пароварка небольшая, и туда не умещается 5 вот таких форм. От флана. И я решила вот приспособить для флана. Потому что раз в неделю где-то я его делаю. Мужу очень нравится. Я не люблю сладкую яичницу. Кстати, рецепт у меня есть на канале, если хотите. Плейлист рецепта. У меня, кстати, там многие говорят в комментариях, типа, испанские рецепты. У меня все рецепты в плейлисте. Рецепты, так и называется. Там есть почти все испанские блюда, которые я готовлю. И гаспачо, и фидеуа, и этот, как его зовут, паэлья, флан. Там есть пончики, обалденные пончики. Вот такие вкусняцкие. Приготовьте, попробуйте. И крокетос. Это вообще супер для детей. Сейчас времени у всех много. Их делать... Конечно, сложно, долго, но они нереально вкусные. Что у меня там есть? Да много, очень много всего. Кстати, вчера я когда в магазин ходила, в Лидле не нашла дрожжи свежие. А вчера хлеб покупала. У нас тут машины, я много раз вам говорила, ездит, хлеб продает. И я как раз спустилась, говорю, пойду, слышу его. У них специфический сигнал. Слышу, что хлеб. Я быстренько спустилась его. Просто спрашиваю, говорю, а у вас случайно нет этого, как называется, дрожжей? Он говорит, есть. И купила дрожжи на развес. Смотрите. Это именно вот из булочной, где вот они самые классные дрожжи. Вот. Так что на днях буду готовить вот тесто для пирожков. Помните, я на той неделе готовила хлеб для тостов, который мы смели буквально за 2 дня. Я когда купила вот этот, вот я всегда покупала с маком в Лидле. Муж говорит, блин, а чё? Ты больше не будешь делать тот? Я говорю, буду, но выгоднее купить готовый, чем самой делать. И вот, ну, вкуснее, конечно, другой. И для пирожков это очень вкусный рецепт. Так что на днях приготовлю. У меня тут как раз оставался вот такой кусочек небольшой тех дрожжей. Сейчас все это соединю. В общем, не буду долго болтать. Сейчас это отправляю в пароварку. И пью чай и иду разбираться в гардеробе. Потому что прям даже жарко. Я чувствую, что даже вот в это оно очень легкое. Легкий костюм, но в нем уже жарко.
как-то так. Тут футболочки, их еще надо разгладить. Тут еще вот эти вот легкие можно, мне кажется, еще одеть. Я же поизучала этот вопрос, посмотрела видео, фотки с прошлого года. В мае еще можно надевать что-то такое легко-теплое. А тут вот так. Потом сюда забьются всякие шортики, маечки. Я пока оставила вот трое джинс. Трое, четверо, пятеро. В общем, это спортивная одежда. Вот эта одежда, которой я пользуюсь сейчас. Там полотенца лежат. А вот это вот все гладить надо. Это у меня полка для глажки. И платье. Мои платья. Платья тут уже такие. Мое новое платье, которое я надела всего пару раз. Вот эти платья можно надеть и сейчас. И в общем... Ну, смотря, когда мы выйдем из карантина, может быть, мы к осени выйдем, и опять придется все это доставать, фиг его знает. В общем, да, жарко так не могу. На улице 24 градуса. А дверь не могу открыть, потому что сквозняк дует, и муж говорит, холодно. Я люблю, чтобы все было открыто, а он любит, чтобы все закрыто. Вот так вот. Поэтому у меня всегда все открыто, а там все закрыто. Ладно, Флан уже сготовился, пойду его вытаскивать. На зарядку становись. Я, кстати, покрасила еще одним слоем. И это будет заключительный слой, потому что она уже, табуреточка эта беленькая-беленькая вся. Сейчас Чарли гуляла, и мне так смешно стало. Значит, там был еще мужчина один тоже с маленькой собачкой. Вот. И мы такие стоим в перчатках, там, в этих, в намордниках, в масках. И собаки такие играются, а мы на расстоянии друг от друга. И мне так смешно, говорю, собаки на свободе, бегают, прыгают без... О, мужик уже женщиной стал. Вот, бегают, прыгают, а мы, как эти, как хуже, чем собаки. В намордниках, да еще и не можем, как говорится, ходить, подходить друг к другу ближе. Вообще, странная ситуация. Мир перевернулся с ног на голову. Мужчина там женщину себе за компанию взял. И вот они так круги наяривают. Молодцы, а что? В пижаме. Он у него быстрый темп. У нее помедленнее. Размять ножки. Тоже мужу говорю, пошли наверх заниматься. Он говорит, я сегодня утром позанимался. Он тут свет ремонтировал. Вот это вот у меня тут из одной лампочки, короче, у нас тут не горел свет. То есть вот эта лампочка горит. Кстати, надо проверить, или он там выключен внизу. Если честно, не помню. А вот, видите, горит. Да будет свет, сказал электрик. А туда просто нужна лампочка. Ну, я не знаю, где ее сейчас можно купить. Мне кажется, уже нигде нельзя купить. В общем, я пошла спортом заниматься. И все. Больше нет никаких планов.
пока я тут занимаюсь. 8 часов. Хлопают все. Но с сегодняшнего дня, говорят, уже полиция вот так по городу не будет ездить с сиреной. Ни полиция, ни еще что-то там. Эти скорой помощи. Не знаю, почему, с чем это связано. Ну, типа уже хватит, что ли, все прошло. Все прошло. Вот. Мы у нас сейчас вроде бы идем как на уже на как это, восстановление. Так по телеку говорят. Завтра послушаем. Завтра нет. В понедельник. Завтра воскресенье. Вот так вот похлопали. А я пойду продолжать. У меня самое тяжелое сейчас наступит. Но. И у меня, знаете, какая мотивация? Я сегодня что-то сладкое мороженое съела. И вот у меня такая мотивация. Я думаю, так неохота, потом думаю, блин, я сожрала мороженое только ради этого, ради из-за того, что я потом буду заниматься. Поэтому любишь кататься, а люби и саночки возить. Это вот поэтому и занимаюсь. Люблю я пожрать. Ну что поделать, а? Ой, у нас опять концерт начался. Пианинный. Слышите? Я закончила заниматься. Все, пойду отдыхать. На сегодня день прошел. Можно его вычеркнуть. Крестик поставить на нем. Решила заварить себе чай. Вот. И достала все мои чаи, чтобы разобраться, что почем. А тут что-то непонятно, что как у меня стоит. У меня этот есть чабрец. С России привозила. Оказалось, в двух банках даже вообще. Как так может быть? Хотя, что удивляться, все может быть. Вот стою, разбираю. Здесь черный чай. Потому что это баночки с Лидла покупала. Вот зеленый чай здесь был. У меня еще вот такой вкусный чай есть. Он тоже зеленый. Но я ночью зеленый не хотите понюхать? Понюхайте. Правда вкусно пахнет. Но ночью, на ночь не пью ни зеленый, ни черный. Вообще с кофеином не пью никакой. Два вот таких у меня для пищеварения. Или что это? Ну да. Только разные марки. Это из Меркадоны, а это вот Помпадур. Но они одинаковые. Так, а где вторая банка была у меня? С чабрецом. Все, теперь не найду. Тут зеленый с иван-чаем тоже у меня. Такая даю вам, типа, понюхайте. Блин, а где? Такая вот другая банка должна быть. Только сейчас видела. Полтергейст. А вот она. Это был тут у меня ройбуш. Думала ройбуш. А там тоже чабрец. Поэтому я ссыпаю все в одну банку. И получается у меня дофига чабреца. А в эту банку надо что-нибудь еще запихнуть. Например, черный чай. Тропический. Очень вкусный. У меня очень много чаев. Я люблю чаи. Но с сахаром. Сейчас пытаюсь стараюсь пить без сахара. В общем, да. Мед чуть-чуть положу. Смотрите, какой. Это у меня банан-вишня. И там ягоды разные. Лимон. И сейчас кину немного. А, имбирь у меня есть. Имбирь кину и чуть-чуть меда. Будет у меня такая витаминная бомба. Вы заметили, да? Я в душик сходила, кремиками намазалась. Я хорошая, я пригожая, только доля такая. Разобрала чай. На ужин у меня будет одно яйцо вареное и чай. Так что буду наслаждаться моим супервкусным ужином. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Завтра у нас католическая Пасха. Всех вас с праздником. Христос воскрес. В общем, с праздником.
А по нашему крестьянскому или как ортодоксу? Крестьянскому, да. У нас завтра вербное воскресенье. Тоже вас с праздником. В общем, всех вас с праздником. Всего самого наилучшего, здоровья и всем пока-пока, до завтра.